Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И сегодня мы будем зачищать вот эту вот территорию. Так, для начала мы зайдем с тобой в инвентарь и усилим наши карты. Мы можем усилить рыбный дождь. Кстати, надо обязательно это сделать. Плюс улей. Отлично. Так, я вот не знаю, может быть, нам поменять... вот эту карту. А если поменять, то на какую? Можно, в принципе, взять холодильник. Можно, да? Можно взять ракету. Слушай, давай-ка мы, знаешь, что с тобой сделаем? Вот так вот поменяем. А эту карту еще и усилим. Так, она у нас дополнительный урон по убийцам. Так что будем их разносить в хлам. Ё-моё, ты посмотри, сколько у меня этих микстур. Я могу прокачивать, прокачивать и прокачивать. Общий урон, конечно, маленький, если посмотреть. 9000 всего лишь. 10. Окей. Но думаю, для убийц этого хватит. У них очень мало здоровья, насколько мы помним, да? Но очень сильный дамаг. И, кстати, давай-ка глянем, что у нас тут. Робот принес или... Ага, ну, во-первых, мы повышаем уровень ему. Шикарно. Так, получить. И бой с боссом. Ну как, кто там босс? Ага, сшитый Фрэнки, собственной персоной. Ну-ка давай. Кумарь его. Блин, по-моему, мы проиграем здесь. Тебе так не кажется? Ее налево, а. Блин, слабовато ему, по-моему. Хотя, погоди-ка. Есть! Молодец, родной мой. Молодец. Так, ну что, получаем всякие плюшки. Фух, получить. А что в этом сундуке у нас? Ничего хорошего. Забираем. Так, ну что, ладно, робот пойдет дальше там у нас путешествовать, а мы с тобой, опа, можем еще прокачать на один уровень рыбный дождь. Все, друзья мои. Теперь пойдем в компанию. Так, город Йети. Вот оно что. Как скажете, хоть город, хоть поселок, хоть деревня, нам все равно мы будем зачищать эти территории от этих монстров, которые на нас напали. Поехали, начинаем с рыбного дождя. Вот это другой разговор, заморозили их всех. Блин, чуть-чуть не хватило, да? Так, снеговик у нас не убийца, к сожалению. Ну-ка, давай так сделаем. Ух. Вот это, я понимаю, ствол. Улей. Так, минус псина. И теперь остается сам снеговик. Вот так мы сделаем. Слушай, подожди, я неправильно кое-что делаю, ребята. Я кое-что неправильно делаю. Знаешь, что именно? У нас ни одной заморозки нету. Вот что я заметил. Ну, есть, конечно, одна. Это рыбный дождь. Но это так себе заморозка, если честно. Ну-ка. Бред какой-то, согласись. Так, этот кактус еще тут привалил. Насколько помню, кактус — это у нас саппорт, да? Крысы еще подкинули мне, а ты посмотри на них. Блин, этот дед-зомби бесит меня. Он лезет постоянно не в тему. Так, дед, вали отсюда. Твою налево, ну что, я дуплился, как всегда. Давай динамит бросим. Фигня какая-то. Улей. Ну, хотя бы одного уничтожили. Ну-ка, попробуем сейчас вот так сделать. Так, и остается дед. Блин, карту эту не хочу, ребята, применять. Пока не надо мне ничего здесь получать. Угу. Ах ты, того-то не заморозили мы. Эскимошка, он прыгает довольный. Так, ладно, подожди, сейчас мы что-нибудь с собой сделаем. Во-первых, напал. Так, во-вторых, улей.
трындец, ули не получилось, потому что заморозили карты. Что-то не то. Что-то не клеится у меня игра сегодня. Почему я не могу эскимошку эту заморозить? Не понимаю. Блин, сейчас доиграемся. Сейчас мы с тобой доиграемся. Так, это получается у нас четвертая битва. Перебьемся пока. Ай, ведьма, блин. Ее так замаскировали, я даже не узнал, если честно. Что же делать, что же делать? Сейчас опять мне тут крысы набросают, да? Целую охапку. Хотя, погоди, может быть, ничего не набросают. Минусанули. Так, это ведьма, да? Может быть, попробовать ее вот так вот? Не-не. Ведьма — это не убийца. Это маг. Ну вот, уже другое дело. Слушай, наверное, все-таки надо будет мне вернуть того робота, который сбрасывает им навыки. Вот что я тебе хочу сказать. Давай напалм. И сейчас мы бросим с тобой связочку динамита. Гостиница, так сказать. И они все равно еще живы. Все причем. Так, секунду, секунду, сейчас. Давай вот так сделаем, улей. И еще разок динамит бросим. Нам хотя бы двоих вот этих крайних уничтожить. А со слизнями я уже поговорю немножечко по-другому. Вот так вот. А, он выжил еще. Поехали. Нормуль. И последняя волна. Так, замораживаем. Сразу бросаем улей. Это в Гринча мы попали, да? Так, едьте. Вали-ка отсюда. Что дальше? Напалм сделаем, наверное, да? Пускай горят. Теперь, мне кажется, напалм нужно убирать из нашей колоды, потому что, ребята, он наносит очень мало урона. Очень мало. Давай заморозку. Заморозку, говорю, быстрее. Так, минус голубь, минус гринч, и остается йети. Из пушки сейчас моего. Ать, еще живет. Ну вот и все. С горем пополам мы с тобой прошли. Так, получаем пекаль и кучу всяких пробирочек и опыта. Так, для того, чтобы нам получить сегодня уровень, нужно набить, ё-моё, аж 20, нет, 18 миллионов опыта. Это дофигище. Ладно. Так, я хотел все-таки немножко заменить нам карты, потому что как-то не клеится у нас войнушка здесь. Так, пистолет я, наверное, все-таки заменю. Блин, он 41 уровня. Ё-моё, ну что делать, а? Оставлять его? Так, ладно, тогда мы, наверное, уберем напалм. Напалм, наверное, мы с тобой уберем и поменяем его на что-то хочется такое мощное, знаешь, вот, может быть. Ну, можно УЗИ взять. А почему мы с тобой не использовали вот эту вот штуку, отбойник, а? Ты не знаешь? И я не знаю. Ладно, возьмем с тобой тогда вот этого. Попробуем поиграть. И все-таки напалм я уберу. Я сделаю вот так вот. Ну что, ребята, готовы? Я, в принципе, готов. Так, здесь у нас будет разыгрываться карточки на снегобум. Кстати, тоже неплохие. Поехали. Хотя, на самом деле, я хотел взять что-нибудь из заморозки дополнительной. Либо холодильник, либо снегобума. Начали. Так, это все полетит в этого чувачка, потому что он у нас страж. Твою налево, а. Вечно этот лезет, а. Клоун фигов. Так, ну-ка, что у нас тут? Заморозка. Спасибо. Заморозка — это всегда хорошо. На тебе, гаденыш. Улетел. Так, теперь ведьму. А здесь, наверное, я из пушки все-таки выстрелю. И теперь поговорим по душам, да? Ведьма у нас не убийца, но пришлось, ребята, из пистолета бомбить.
Хорошо, с первыми врагами мы справились. Давай посмотрим, кто здесь. Так, опять дед зомби. Чтоб его. Так, бросаем улей. Так, дедуль, дедуль, ты даже не думай. Даже не думай тут стакать свою фигню. Динамит. Хорошо и нехорошо получается аж два раза, да? И сейчас дед мне звезданет. Как всегда. Минус, и добиваем зомби. Идеально, двигаемся далее. Так, Йети, значит, Йети. Там опять у нас эта ведьма. Поехали. Сделаем так, заморозку. Надо их заморозить. Шикарненько. Так, пекаль. Вот здесь пекаль вообще отлично работает. Как раз против этих убийц. Теперь сделаем вот так вот с тобой. И заморозку. Еще одну с тобой попробуем сейчас сделать. Вот так вот. Минус псина. Так, ну что, бабка, доигралась. Есть контакт. Ну что, поехали дальше. Блин, опять страж. Ёлки ты палки. Вот тебя просили, а. Ведьма ты несчастная. Все мне путает. Все карты постоянно, ребята, сменяет. Ну что, придется теперь копить только. Вот на что? Ну-ка, что у нас тут? Так, все в этого летит. Ага. Прекрасно. Давай-ка динамит, наверное, набросим. И живы, да? А если так? Фигня полная. Ладно, добиваем бабку. И что сделаем? И сделаем вот так. Прекрасно. И добивка. Очередные лопушки тут подошли у нас. Ага. А Йети замораживать не будем, да? Ну зачем нам его замораживать? Пускай он себе здесь бегает и нервирует меня. Ай-яй-яй, это неправильно. Он еще и ударит. Так, заморозил карты. А мы теперь тоже их будем замораживать. Превосходно. Плюс улей. Так, улей. Плюс динамит. Да что ж ты будешь делать? А так если... Слушай, вот эти вот, наверное, дубинки нам придется убрать. Они делят, конечно, урон, ребята, но... Ах ты. Да чтоб вас. Это еще не последняя волна, а у меня уже здоровья мало. Как же так-то? Ну что, Йети, надо тебя добить. А вот теперь будет последняя волна. Смотрим, кто у нас тут. Нет, я пока ничего не буду здесь получать. Не надо мне этого. Вот эти вот дубинки уберем, скорее всего. Так-так-так, заморозку надо сделать как можно быстрее. Угу, они все пока в отключке. Так, наверное, будем бросать динамит. Есть. Давай этого, Марио. Эх, не то. Добьем? Добили. Ну и последний у нас остается вражина. Сейчас мы в него улей. Готов. Ну что, ребята, как-то вот так у нас получается все это дело. И приумножаем нашу награду. Так, и у нас открылось вот это вот. С Йети именно драться будем. Так, ребята, с вашего позволения, я все-таки кое-что поменяю. Вот эти вот дубинки надо сменить. Так, снегобум, будь добр, иди сюда. Так, улучшить. 46 уровень, неплохо. И холодильник. А холодильник я возьму, наверное, вот так. Слушай, идеально. 13 тысяч урона. Прикольно. Ну что, попробуем теперь вот так у нас. Будет все это состоять. Город Йети, 6 волн. Ну, все как обычно. Но теперь у меня две заморозки есть. Одна, которая замораживает первый ряд. А холодильник — это рандомная заморозка, но все равно, ребят.
Плюс еще рыбный дождь тоже, который можно замораживать. Поехали. Неплохенько. Так, мы можем с тобой сейчас еще сделать заморозочку одну. Поехали. Идеально. Так, из пушки. Плюс жгучий улей. Прекрасно. И динамит. Блин, этот ударит. Ай-яй-яй. Но зато мы их здесь уничтожили. Вторая волна. Поехали. Рыбный дождь. Блин, если бы рыбный дождь наносил бы еще много урона, а он просто, видишь, как бы идет на заморозку в основном. И урон он маленький делает. Так, давай-ка снегобуму бросим. Так, 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 подожди, подожди секунду. Окей. А это сейчас меня ударит, наверное, да? Если я, конечно, с пушки успею. А, он все равно выжил. Да на тебе жгучий улей. Чтоб тебе было пусто. Ну что, и остается этого добить, ханорика. Есть контакт. Да не надо мне вот этого ничего. Так, здесь у нас вот эти братья бесявые. Попробуем сейчас, наверное, улей бросить. Да не туда ты бросил, ё-моё. Давай из пушки тогда. Теперь вот так вот. Гранатомет. Одного подбили, это уже хорошо. Так, а теперь... Теперь заморозку сделаем. Ну и все, теперь бросаем динамит. И я думаю, что двоих точно убираем. Ну что ты, хлыщ. И до тебя доберемся. Снегобумом. Идеально. Наешь. Так, тихо. Это отмена. Погнали. Жгучий улей плюс... все-таки буду замораживать. Блин, как долго копится эта заморозка. А почему голубь-то не заморозился? Потому что горел, что ли? Из-за этого? Странно. Так, ладно, динамит тогда. Минус двоечка будет. И остается вот этот вот кальмар. Сейчас мы и кальмара с собой уничтожим. Во-первых, заморозка сразу же следует. И гранатомет. Шикарненько. Следующий. Да идите вы со своими этими бонусами. Блин, да как же слизень-то не заморозился? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Как же так-то? Ну-ка, динамит. Ну, холодильник я явно не успею или успею. Сейчас посмотрим на кого. Блин, надо было вот этого. Он сейчас пузырь поставит. И вот теперь его пробуй пробить. Да. Да чтоб тебе. Лопнул, да? И получил сразу же в лобешник. Так, я думаю, что здесь мы справимся. Это последняя волна у нас здесь. Все заморозились? Все. Так, поедьте. Выстрел. Дальше бросаем с тобой улей. И теперь ждем следующую заморозку. Они отошли. Так, этого-то нормуль. Так, два динамита уже настакано у нас. Поэтому я, наверное, сейчас его закину туда им. Три даже динамита. Ловите, ребята. Нормуль. Так, стоп. Не выпендривайся. Так, а тебе как из базуки? Ать, ударил все-таки. Да ё-моё. И добиваем. Ну что, как-то так у нас получается это все дело. Пила. 695 тысяч. Все это приумножаем. Друзья мои, ну что, переходим на последнюю фазу у нас. Тут какой-то йети злой, аж прям я не могу. И разыгрывается у нас грозовая туча. Грозовая туча нужна тоже нам. Она сбивает, ребята, энергию врагам. По-моему, даже рандомно, если я не ошибаюсь. Ну как энергию? Вот у них идет накопление вот этой вот шкалы, да? Вот этой верхней.
Так, не то я немножко сделал. И вот именно эту шкалу она сбивает. Так же, как, в принципе, вот этот робот. Так, тихо, сейчас динамитик я туда им закину. Окей. Снеговик минус. Так, теперь, наверное, сделаем с тобой гранатомет. Во, то, что нужно. Поехали далее. Рыбный дождь на заморозку. Плюс жгучий улей. Не туда, блин, он сейчас погибнет. И звезданет, конечно же. Так, эти откинули. Теперь снегобум. Дальше что у нас идет? Пушка. Так, минус травоядные. Вот так. И добиваем. С гранатомета. Переходим на третью волну. Ай-яй-яй, ты видишь, кто тут у нас? Кто тут у нас стоит? Да-да, это именно та ведьма, которая сейчас будет, блин, карты мне. Карты все сбивать. Блин, она же сейчас отойдет. И все, и сразу началось вот это вот. Рандомно. Жгучий улей как раз в эту ведьму, правильно, так ей надо. По хребтине ей. Так, плюс динамитик. И остается йети. Не успел, ребята, я хотел снега... Ах ты, гаденыш. Хотел его заморозить снегобумом. Но, видишь, не получилось. Прикольно. Так, тут опять у нас дед зомби. Плюс два брата этих. Которые не заморозились еще ко всему прочему. Почему сразу в деда, а? Ой-ой-ой, сейчас звезданут. Блин, они очень сильно бьют. Ну-ка, с базуки, если. Допустим. Давай так сделаем. Минус один. Опять ударит. Твою налево, а. Так, я могу только сделать что? Заморозку попробовать. И то не успел. Давай так попробуем. Фу, завалили. Но, ребята, у меня мало здоровья, фиг его знает, справимся ли мы. Так, пропускаем, поехали. Выстрел. Заморозка. И рыбный дождь. Это будет массовая заморозка у нас. В плане, Гринч, ну ты совсем что ли опупел? Ты посмотри. Ребят, мы его не заморозили, он сейчас начнет ускорение делать. Угу. Так, погоди, если вот так вот, блин, не туда опять. Давай динамит бросим. И останется один Гринч. Ну, с ним-то нам будет попроще разобраться. Наверное. Угу. Гранатомет не так, кстати, хорошо его разбирает. А вот улей вполне достаточно. Так, это последняя волна, поехали. Начинаем заморозки. 164 тысячи, да, у этого йети. Это типа мини-боссик. Да-да-да, так и есть, ребята, мини-боссик. Да куда же ты, блин, вот этих нужно валить. Так, снегобум, давай, работай. Давай, работай, теперь вот так вот сделаем. Все что-то не то, все как-то не клеится, друзья. Этот сейчас еще захиляет. Иди сюда. Ну вот, об этом я тебе и говорю, вот отхил, ребята. Надо рыбу. Рыбу дождаться нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребят, сейчас, по-моему, нам трындец наступит. Я, конечно, сделаю отхил. На 8 тысяч. Так, ну хотя бы одного завалили. Так, тихо, тихонько. Давай-ка улики. Ай-яй-яй, что же делать? Давай вот так вот. Все, тогда победа за нами здесь. Не идеальные, конечно, но тем не менее. Почти, ребята, миллион грозовых туч мы получили. Ну что же, получается, мы с тобой прошли эту территорию, да, и нам открывается следующее. Это лес сорняков. Но я думаю, мы уже будем ее в следующей серии снимать. А сейчас пойдем прогуляемся лучше здесь. Чемпионская арена. Чемпионская арена. Давай, поехали в бой. Блин. Я карты не поменял, хотя
смысл менять, да? Мы же не знаем, кто здесь у нас будет. Поехали. Так, в каждой волне будет ждать чемпион. И здесь в данный момент это Гринч. Так, тихо. Давай, наверное, так сделаем с тобой. Заморозочка. Еще одного заморозили. Так, может быть, динамитиком туда подкинуть. Минус Гринч. Блин, этот еще выжил, хламон. Так, жгучий улей. Стопы, ребят. Хорош, не буяним. А получаем. Окей, давай следующих. Следующих мне. Так, здесь ведьма, ё-моё. Здесь нам с тобой невыгодно, ребята, их отбрасывать на задний план, потому что этот может звездануть. А мне этого не хотелось бы. Так, минус братья. Так, давай вот так сделаем. Шикарно. Так, подожди, снегобум. Слушай, все как нельзя хорошо у нас складывается. Ай, как мы быстро с ними разобрались. И жгучий улей. Вот так вот. Двигаемся дальше. Ох ты, с чем он там прибежал-то, я не могу понять. Че он-то взял в руки, ё-моё. С какой-то палкой сломанной, я не могу понять. Так, сейчас мы сделаем что-нибудь хорошенькое. Подожди секунду. Давай, наверное, вот так вот на задний план его. Плюс улей ему кинем в лицо. Снегобума сюда. Так, стоп. Сгорел. И это хорошо. И добиваем слизни. Давайте следующих вражин мне. Начинаем с заморозки. Так, вот эти вот самые противные здесь. Вот эти вот братья. Даже кактус не такой страшный. Сейчас мы с тобой сделаем вот так вот. Динамит я туда заброшу. Я думаю, что этого будет достаточно. А-а. Недостаточно, оказывается. Понятно. Сейчас что-нибудь придумаем. Давай вот так вот, чтобы все были заморожены. Жгучий улей в лицо. Так, хочу заморозить, ребята. Да, у меня получается, я успел. Ну что ты с кислой миной такой смотришь на меня? На, получи. Так, двигаемся дальше. Ох ты, это кто? Это раньше был, ребята, босс у нас. Я помню его. А теперь он, видишь, обычный моб. Так, мороженка там что-то прыгает. Ага, смотри, что он делает. Он вешает на себя какой-то щит. Пузырь. Здравствуйте, приехали. И даже не заморозил никого, молодец. Давай тогда так сделаем с тобой. Жгучий улей в этого. Опять удар будет. Блин. Что такое крепкий-то, а? Так, снегобум, давай быстрее. И добиваем его. И сейчас будет последняя волна. Так, не надо мне тут ничего пока получать. Это ведьма. Это ведьма, друзья мои, которая будет сбрасывать нам карты. Вот так вот. Сбили. Так, заморозка. Прям по ней опять же, это хорошо, ребят. Плюс улей. Сейчас динамит кину. Хотелось бы, конечно, получше. Ну ладно, что есть, то есть. Из пушки. А это еще типа у нас и боссик получается, да? Сейчас, заморозка. Твою налево, что делать-то будем? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Кактус минус. Сейчас мы с тобой минусанем ведьму. И остается гоблин. Его замораживаем. Ну и все, ребята, и он, как говорится, наш полностью. Вот так вот. Превосходно. Получаем сундук с тобой. Так, нам нужно приумножить все это дело. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут в сундуке. Снегобум. Дискошар. Тоже почти лям.
Холодильник, лям. Молот Тора. Каратель. Софит. И последние две карты остаются. Так, это Тесла-граната и шестеренки. Так, ну, наверное, я тоже это приумножу все. Ну что, ребята, давайте, наверное, посмотрим, что у нас. Ай, это же свалка Тимми. А здесь что? Ускорить, ускорить. Нет, это нам не нужно пока. Так, каждой волне. Может быть, еще разок пройти? Мы за каждое прохождение получаем с тобой две короны, да? За каждое прохождение две короны. А здесь почему-то у нас пока закрыто испытание монстров. Так. Это кто у нас такой? Это босс. Я, кажется, его помню. Слушай, а давай-ка мы, наверное, с тобой пройдем. Нет, подожди-ка, я все-таки еще, ребят, сражусь. Видишь, тут короны? Одной не хватает. А вот здесь почему-то, наоборот, не хватает их 20. Давай попробуем. Давай попробуем здесь сразиться. И, может быть, все-таки заработаем с тобой корону еще одну. И тогда мы сможем что-то там открыть. Наверное. Так. Поехали. Начинается у нас вот веселуха. Так, бросаем, что с тобой? Динамит. Можно было бы, конечно, и улей. Ёпарасете, холодильник. Так, теперь улей бросаем. Так, минус один. Этот сейчас звезданет по мне. Посмотри, а на него. Ладно, мы с тобой применим тогда заморозочку здесь. Здесь 6 волн, да, будет одна за другой идти. Так, мы его откидываем. А что они такие сразу здесь мощные-то? 113 тысяч у него здоровья. Не слишком ли жирно-то, а? Для первого раунда. Как-то немножко, по-моему, они тут просчитались чуть-чуть, тебе не кажется? Так, ладно, этого минусанули. Теперь давай с тобой туда вот пули кинем. И вторая волна. Да не надо мне вот этого ничего пока. Что вы вот в самом деле? Еще навязывают, главное. Давай из пушки звезданем. Так, это у нас слизень. Сколько у них там? 130 уже тысяч здоровья. Это на второй волне. Так, давай, наверное, холодильничек. Или как? Холодильник. Вот. Так, здесь я применю снегобума. Так, улей в лицо. Минус гринч. И остается слизень. Всего лишь один. Так, давай из пушки звезданем хорошенько, да? И улей кинем. Прекрасно. Да не надо мне. Здесь я сделаю заморозку. Это раз. Блин, а этого-то что не подбили, эй. Ребята, ну так не делается. Все, теперь бросим улей. У нас, видишь, динамит с собой стакается. Так, 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 я жду заморозку, ребята. Жду заморозку, вот она. Вы серьезно, блин? Я офигею, я, блин, думал, что это заморозится, гаденыш. А он не шиша. А если так? Прекрасно. Заморозили все-таки. Так, улим уничтожили. И остается один вот этот халабуда у нас. Я попробую его из пушки наказать. Эть, и не вышло, да? И не вышло, вот какой я молодец. А если так? Успели. Прекрасно. Так, двигаемся дальше. Это мы пока отменяем. Делаем с тобой заморозку. Дальше. Я даже не знаю, давай динамит, наверное, бросим. Потому что здесь пока нечего больше нам выставлять. Если только из пушки по нему стрелять. Откинуть его на задний план. Улей, да, улей принимает он. Слушай, и холодильник, наверное, он, да? Точно. Он будет все на себя брать, кроме динамита. Динамит он захватить на себя весь не сможет. И к тому же он отдуплился. Так, это мох сейчас звезданет по мне. И бабка сейчас может вызвать, кстати, подкрепление. Уже не вызовет. Не успеет она сыграть в колокола. И муху мы с тобой, наверное, сейчас... Да, уничтожили. Пятая волна. Так, это все закрываем. Давай делать заморозку. Так, это у нас ведьма стоит. Вот, на первом плане. Которая сжигает карты. Поэтому в наших интересах ее сейчас как можно быстрее уничтожить. Так, давай холодильник сюда.
Так, она отошла. Твою налево, я думал, успеем снегобому воспользоваться. Но нет, не вышло ни шишарики. Так, секунду. Минус один. Так, сейчас снегобума попробуем. Так, в заморозке, да? Так этот теперь. Ладно, крыса это фигня. Ничего страшного здесь нету. Единственное, что она может мне выпасть, но мы ее можем, как говорится, не юзать. Так что все нормуль. Он мне сейчас всех крыс себе понакидает, да? Тут же вторая. А знаешь, в чем проблема, ребята? Мы можем с вами нечаянно вытащить крысу. Потому что у нас, видишь, карты-то неопределенные, вот, например, где здесь закрыто. Ладно, чтобы не рисковать, мы с тобой сделаем немножко по-другому. Будем использовать только те, которые мы видим. И здоровья, конечно, маловато, очень. Но я думаю, на последнюю волну хватит нам. Слушай, давай глянем. Ну что, начать-то? Давай, наверное, с ульи. Твою налево, блин. Ну, динамит. Давай еще один динамит тогда закинем. Все-таки хорошо, что я успел захиляться, а? Хоть чуть-чуть, но, ребят, захилялся. Допустим, заморозка. Так, успеем, интересно, мы с тобой. Рыбный дождь, да, успел. И заморозили. Так, ну что, ведьми крышка. И остается вот этот вот чепушило у нас. Кальмар недоделанный, да? В костюме графа Дракулы. Сейчас, сейчас, сейчас я до тебя доберусь. Нормуль. Так, что у нас вот тут вот, как ты думаешь? Давай проверим. Ага. Обнулился. Так, теперь снегобум, заморозка. Ну и все, что тебе могу сказать. Крышка ему. Ну, а мы с тобой прошли. Так, одна корона получена. Слушай, здесь даже две короны. И можно все это приумножить. Так, погоди-ка секундочку, а почему короны вот здесь вот восполняются? А почему здесь они не идут? Побеждай в компании, чтобы получить дополнительные короны. Побеждай в компании. Побеждай в компании. То есть это получается, если я прохожу основную сюжетку, да? У нас тогда здесь добавляется корона. А вот здесь, что мы проходим, это идет вот на этот счетчик. Вот оно что, друзья. Так, ну-ка давай посмотрим, мы можем что-нибудь с собой прокачать? Холодильник. Окей, 45 уровень. Неплохо, я тебе скажу. Блин, как же мне получить вот этих чемпионов, а, ребят? Ну, не вот этих вот, а вот этих. Хочется все-таки посмотреть. Я же все время только с кроликом играю. А у нас с тобой есть и жаба, да, там. И сова. Ну, сова на заморозке обычно идет. Жаба, я вот не помню, куда она там идет. Так, мы с тобой еще не забрали сундук, кстати, здесь. Ну-ка. Ох ты. На совушку. Золотой орел. Друзья мои, вы уж извините, но это надо умножать все. Ты посмотри, сколько здесь дается. Лям. Овощевание. Полтора ляма. Софит. Тоже полтора ляма. Снегобум. Сколько? 4,5 миллиона. Пиранья. 2 миллиона 270 тысяч. И шестеренки 50. Конечно, это все нужно приумножать. Смотри, я могу прокачать снегобума на 47 уровень. Скоро будут 50 уровнями все. Вот рыбный дождь надо как-то подкачать, но, видишь, очень редко выпадает нам эта рыба. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами... Подожди-ка секунду. Ага. Вернулся у нас. Вернулся. Что там нам дает? Ну, здесь, ребят, обычно я не умножаю, потому что тут очень мало, сам видишь. Дешевенькая награда. Так, а вот этих вот мы с тобой отправим. Все. Прекрасно. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!